Хороший детский. Хороший детский спектакль. А как на первую часть? А почему вы пошли из детских? Вот так вот, чтобы вы знали. Взрослым разве это не интересно? Нет, просто интересно. Вот просто интересно было. Новый детский спектакль. Давно не были на этой сцене. И просто еще на эту сцену хотелось, да. А какая часть вам больше понравилась? Первая. Ну, первая. Почему первая? Бриттон. Ну, музыка лучше. Нам показалось. Равель все-таки Равелем. Не для детей. Нет, Равель это, да. Вот я того, что говорю, детскую. Вы знаете, нам понравился Равель, когда мы были в консерватории. Вот, играли там, значит, то, мы тоже слушали эту музыку. Во всем объеме Равеля. Серьезная, хорошая музыка. Ну, детская, ну что делать. Вы у детей спросите. Это лучше, да, спросить у детей. Потому что... Им, конечно, интересно вот эти всякие цвета, там, гаммы, там, это, да? То есть детям больше понравилось «Дитя волшебство», да? Наверное, да. Ну, такого реагирования, знаете, вот такого живого... Детского. Как, знаете, нас бывает на сказках, да, там, не заметили. Не заметили? Да. Ага. Наверное, музыка так немножко давила. Спасибо вам большое.